Всех карагандинских болельщиков поздравляю с победой. Считаю, что победили заслуженно. Вот, в принципе, везде сыграли ровно, во всех линиях. И сзади, и впереди, и Эдик подтащил. Вот, двигаемся дальше, с хорошим настроением едем домой, готовимся к следующим домашним играм. Ну, игра напряженная, последняя. Сил не совсем так много было, но ребята, команда показала характер, выстроились, план на игру выполнили. Красавцы, с победой. Будем продолжать готовиться. Ну, готовимся к домашней серии. Болельщиков еще раз победой с этой, считаю, так немного отмазались. Ждем на домашней серии, болеть за нас. Сложный матч. Тяжелая поездка, большие переезды, долгие. Считаю, что команда выложилась, заслужила уверенную победу. Спасибо болельщикам за то, что поддерживаете. Есть кто ездит с нами, поддерживайте. Ждем всех дома на играх, на домашней серии. В первую очередь хочу болельщиков всех поздравить с сегодняшней победой. Ну, серьезная такая тяжелая серия была. С такими большими переездами, много ездили. Ну, ребята молодцы, я считаю, то, что мы взяли в этой серии 6 очков. И молодцы то, что сегодня проявили характер. И после сложной игры, после поражения в Орске с Южным Уралом, ребята сегодня собрались, проявили характер, еще раз повторяюсь, и выиграли сегодняшнюю игру. Все, всех болельщиков с победой. Спасибо.